Тихо, зайка. Тихо, 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 солнышко. Мы уже едем, уже едем. Тихо, мое солнышко, тихо. Тише, мой золотой, скоро будем, скоро, скоро. Мальчик очень ласковый, хороший. Больно ему, больно. А мальчик у нас хороший. Хорошая деточка. Мы его зафиксировали пока так, но это временно, сейчас будем переделывать. Это капельница. Пришлось положить его на жесткую, на фанерку и привязать к фанере. У малыша сломана между лопаток, позвоночник между лопатками. Примерно вот в этом месте сломана где-то, вот тут. Поэтому фиксируем выше, чтобы он не поднимался. Хотя он все равно пытается. А ребенок хороший, хороший. Ему примерно годик. Да, малыш? Ты мой маленький. Ты мой красавчик. Мальчик мой. Все. Это назначение. Манит, саламидрол, байтрил, мергама. Пока только это. Плюс натрий и глюкоза. Дня три, а там будем смотреть, что будет дальше. У него ночью он очень сильно кричал, вчера сильно кричал. Сегодня он скулит, но уже не так сильно. Мальчик мой, назвали мальчика Зимиком.